Привет, моделисты! Меня зовут Александр Колесников, я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. Продолжение спасения макета. Иногда у меня выбиваются английские слова, ребят, я живу в стопроцентной англоговорящей среде. Так, все было до момента, когда я забрал этот макет у клиента, потому что он... Вероятно, внук его потерял интерес, и сам он не очень хорошо стал дорабатывать макет, скажем так. Ну, я остановился на том, что вначале нужно сделать вот дополнительный еще кусок этот фоам, да, пенопласта, чтобы его не был как кусок бумаги пергаментный. Теперь его можно перевозить, его можно разрезать и можно делать разные вещи. У этого макета очень есть хороший потенциал. Вот клей такой специально для пенопласта я использовал. Два тюбика ушло, чуть больше. Так, теперь две части. А, мы пока погоняем локомотив скоро. Две части. Немножко не попал в цвет тоже человек. У меня был такой серенький. Я думал, что... То есть... Он мне сказал, я сам буду все делать. Я говорю, ну, нет проблем. То есть, смотрите, два моста. Вот этот автомобильный мост. Это Диди Чакс говорит, что нужно что-то делать с этой крутилкой. Ну, давайте гуднем, что ли. Так, она не будет засыпать. Ну, вы видите какие-то места, и это все можно исправить очень легко. Потому что, когда я снял с подложки... Вернее, из подмакетника все это стало чуть-чуть деформироваться. То есть вот это автомобильный мост, и между еще сантиметров 20, наверное, сюда, в оба конца, ну да, такой был оригинальный макет. Клеилось все тоже, он клеил с каким-то тестерс, нужно хороший клей. В общем, очень много нюансов какие-то. Если вам интересно про... Детально о грехе, ребят, пишите, я с удовольствием вам скажу. Тоже дома сделаны в разное время. Некоторые дома, к примеру, по-моему, вот этот, он... Нет, это тоже самоделка. Вот этот, к примеру, Атлас, по-моему, станция, она прям такая идет. То есть, кто не хочет собирать, ну, эти фонари можно поменять более... То есть, ну вот, человек покупает такие вещи, ну, сами понимаете. Поворотный круг. Вот эта вот плата, это reverse unit. Когда вы поворачиваете круг, у вас переключаются, да, переворачиваются контакты. И получается, когда вы идете в одну или в другую сторону, получается короткое замыкание. Чтобы предотвратить это, вот это устройство перекидывает полярность. Все там рабочее, можно далее восстанавливать. Ну что, погоняем. Новый Digitrax крутилка. Гуднем еще разок. Удобно, я вот эти вещи люблю. Я помню, у Ленца была такая же штука. Менять направление движения. Старенький декодер, хорошая модель спектрума, начало 2010 года, что-то в этом духе. Вот сейчас вы можете чуть-чуть клюнул вниз, но если он не сходит с рельс, вы об этом забудете скоро. Я очень удивлен, что мало осыпалось, я использовал Woodland Scenic. Теперь можно так крутануть, даже не останавливать вот, в таком виде. Woodland Scenic цемент. Обычно он долго, ну, за какое-то время, тем более с перепадами температуры. Это все стояло в гараже несколько лет. В общем, потенциал хороший есть у макета. Выключим. Вам, ребят, успехов и всего наилучшего. Давай.